Михаил Шолохов. Судьба человека. Наклонился я к нему, тихонько спрашиваю: «Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой?» Он и спросил, как выдохнул: «Кто?» А я ему и говорю так же тихо: «Я твой отец». Боже мой, что тут произошло? Кинулся он ко мне на шею, целует в щеки, в губы, в лоб, а сам, как свиристель, так звонко и тоненько кричит, что даже в кабине глушно: «Папка, родненький, я знал, что ты меня найдешь, все равно найдешь, я так долго ждал, когда ты меня найдешь». Прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка под ветром, а у меня в глазах туман и тоже всего дрожь бьет, и руки трясутся.